Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Ford Ranger 2007 года выпуска, двигатель 2.5 турбодизель. Пробег на этом автомобиле 187 тысяч километров. Коробка на нем механическая, полный привод. Заменим мы сегодня втулки маятника на рулевой. Поднимаем автомобиль, снимаем маятник и меняем втулки. Поднял автомобиль, снял колесо. Вот наш маятник находится. Вот здесь вот втулки снизу сверху и втулки разбиты. Сейчас я пошевелю. Вот так вот движется все. Откручиваем две гайки на 17. Снимаем шплинт, выдергиваем его, откручиваем наконечник. А потом, когда уже снимем маятник, открутим сверху, снимем шайбу и уже сможем менять втулки. Побрызгаю болты. Ключ на 17. Интересно, съемник у нас здесь подлезет, не подлезет. Можем пыльник убить. Тогда я возьму его, просто отобью. Потому что, заталкивая съемник, я точно порву пыльник. Места здесь мало. Надо пыльник как-то затолкать. И 2-3 хлестких удара, и мы сможем отбить. И пыльник у нас целый остался. Он только крутится, он не шевелится. Опять разошелся дождь. Это хорошую видел выдержку такую. Маленький негритенок
удивленно смотрит и спрашивает, это как? Люди, говорит, впадают в депрессию от того, что с неба идет чисто, падает чистая вода. Головка на 24. Вот и втулочки. Втулочки конусные. Здесь сейчас все протираю. Эту тоже втулочку снимаю. Сам вал не набитый. Втулки заказали Фебест. Они не резиновые, капролактановые, поэтому рискнули заказать их. МЗСБ БТ-50. Маздовские БТ-50. И такая же вторая. Теперь мажем литолом. Одеваем. Потом лишний литол уберу. Ставим шайбу и гайку.
убираем лишний литок. Еще раз проверяем, крутится мягенько, и идем устанавливать. Смазываю болт. Также смазываем второй болт. Заменили мы втулки маятника. На этом все. Всего вам доброго.